Знаете, каждый раз, когда я гуляю один, я чувствую себя по-настоящему свободным человеком. Гуляй, душа моя горная, Господь. Но каждый раз, когда я гуляю с девушкой, я чувствую себя фотографом. Зачем? Ты долго еще, нет? Можешь меня сфоткать, пожалуйста? Ой, а ты мне скинешь фоточки? Только это, тут вроде зарядка села. Как? Ну, такое бывает. Но радоваться пришлось недолго. Ангелиночка, мы все вместе решили тебе сделать очень крутой подарок. Это суперский смартфон Realme 3. С реально мощным аккумулятором и божественной камерой. Офигеть, новый Realme? Я его так хотела! Сейчас такие крутые фотки можно будет сделать! Привет! Вы Полина? Кажется, теперь мы будем с вами вместе работать. С такой прекрасной девушкой работать одно удовольствие. Спасибо. Извините, можно счет, пожалуйста, все вместе посчитать по карте. Слушай, мне, конечно, очень приятно твои знаки внимания, но мне не нужны отношения. Что? Я же вижу, что ты подкатываешь. Стоп! Я просто был с тобой вежлив. Но если тебя это действительно напрягает, то я буду держать дистанцию. Хорошо? Так, посчитайте, пожалуйста, все вместе вам отдельно. Ну, Александр, знакомьтесь, мой лучший друг Даниил. Приятно познакомиться. Даниил. Оказывается, вы тоже увлекаетесь футболом? У вас очень много общего, я сейчас отойду на секундочку. Окей, давай. Хорошо. Так, какая любимая команда, говоришь? ПК «Сахалин». We've come a long way. Да, вот так я это видел, как Салат тогда обыграл троих. Да, забей вот это свое. Привет, как у тебя дела? Нормально, ты как? Да, у меня тоже. У тебя есть попить? Ой, я не заметила. Как же меня бесят тупые вопросы. Что делаешь? Молодой человек, подождите. Вы вниз, да? Мам, я дома. Ты уже пришел, Сереженька? У вас тут есть туалет? Извините, у вас 15 рублей не хватает. Ой, да вы что? Я дома денежки забыла. Может, поможем бабушке? Конечно. Ой, извините. А позвольте, я за бабушку заплачу? Не-не-не, молодой человек. Послушайте, ничего страшного, я за вас не заплачу. Нужно, все хорошо. Неудобно. Давай деньги, неудобно. Я сейчас заплачу. Вот, возьмите. Ой, спасибо вам большое. Ой, да вы что? Спасибо. Знаете, друзья, делать добрые дела нужно всегда. Ведь добро как бумеранг, оно вам обязательно вернется. Поэтому... А можно я еще кефирчик возьму? Ну как тебе? Да очень клево. Тебе понравилось? Да. Смотри, что купил. Такой крутой. Дядя Валер,
Здрасте. Здорово, молодежь. Как у вас дела? Да нормально потихонечку. А вы что, опять здесь свою музыку слушаете, да? Ой, бросьте, да это сейчас модно. Сейчас все это слушают. Ой, ну не знаю. Вот в мое время была музыка. Ну ты вырастешь, поймешь меня. Да нет, я всегда буду в тренде. Не переживайте. Да я требую наши сердца. Аукс есть? Есть, наверное. Можно? Да, пожалуйста. И я моя виски, кола, королева танцпола, виски, кола, король. Я всегда буду в тренде. Виски, кола, королева танцпола, виски, кола. За что в наше время любят блогеров? Я люблю вас! Без... Стойте! У меня есть еще 2000, ребят! Стоп! Кто больше всех тут простоит, тот и получит!